Здорово, народ! С вами Хаунд. Это игрушка под названием Forager или Forager. Кому как нравится, так и называйте. Попробуем ее сегодня. Увидел в Стиме. Мне рекомендуют ее практически все кураторы. Сам Steam мне ее рекомендует. Я только захожу в него. Мне, здравствуйте, поиграть в эту игрушку. Игрушку, пожалуйста. Я тебя прошу, ну поиграй. Ну поиграй. И я, ну ладно, поиграю. Так, мы появились каким-то пацаном. Очень интересный, кстати, мир. Что тут делать? Сейчас мы разберемся. Я вообще не знаю про эту игрушку ничего. Просто тебе говорю, что мне игра... Ой, клиент мой рекомендует и кураторы. Поиграть в нее. Мне не трудно, я поиграю. Это какая-то террария, что ли? Да, или что это? Похоже на террарию немного. Уровень как-то прокачиваю, непонятно. А смысл от того, что я делаю сейчас? Давайте по кнопкам потыкаем, не знаю. Не, серьезно? Steam рекомендовал вот это вот? Добывай. Просто бесполезно бегай, добывай, прокачивай свой уровень. Если я сейчас... Буду сейчас весь день этим заниматься, то простите. Наверное, выпуска даже не будет у нас. Если так долго буду заниматься этим. Просто так, главное. Вот смотри, я сейчас прокачаю уровень, да? Посмотрим, что за это будет. Если ничего не поменяется, то... Прокачаем еще один уровень, третий. А если на третьем ничего не поменяется, то сори. Игра говно и тыры-пыры. Пока что я не знаю, чем мы, зачем это делаем. Должен быть крафт какой-нибудь. Мне так кажется. Было бы логично. Кстати, колесиками крутятся, нет? И мышка никакая не работает. Чего вообще? Зачем я это делаю, кто-нибудь? Подскажите мне. Энергия на исходе, а? И чё на исходе? У меня вон камни 24. Надо поесть. Хочу есть. Это я нажал на escape, если чё. Так, давай разбираться. В званиях у нас ничего не... Завладеть 100 землями? Что такое? Построить? Для магии. Там за моим лицом ты, наверное, ничего не увидишь. Для промышленности. Печь. Ну, печь надо построить. Так, отмена. Погоди, еще раз построить. Для промышленности. Не могу построить. И швейную мастерскую тоже не могу построить, прикинь. Для фермы. Какой-то мост, слышь. Ловля рыбы. Много чего нету. Для экономики. Пусто. Для магии пусто. Окей. Для начала постройте печь. Ну, я построил. Уголь, кирпич, кирпич. Нужен уголь, чтобы хоть что-то сделать. Окей. Я, видимо, все на мост слил просто так сейчас. Все деревья. Ой, стой, бегать могу тут. Спасибо. На. Готов. Ох ты, тихо. Нифига, ты видел, взорвалось пол экрана. Зачем она так делает? Мне лучше бы угля так делал. Как второй левел апл. А ну-ка. Ой. Делай. А я так понимаю, если не бить его, то он со временем будет лечиться, да? А ну-ка. О-о-о, ночь наступает, смотри-ка. По хардкорчику сейчас пойдем. Вообще потемнело все. Сейчас какие-нибудь монстры появятся, да, как в Майнкрафте? Игруха-то вообще один Майнкрафт. Ну, в смысле террария. Только террария, она, как тебе сказать, 2D-шная была, что ли? Хотя тоже 2D.
Ну блин, вот не знаю, что такое террария, вот загугли. Я не знаю, как тебе объяснить, что такое террария. Вот эта игрушка сверху, а террария, она как бы сбоку. Вообще сбоку так бегаешь. Тук-тук-тук-тук-тук. Вот у меня палец двигается. Вот то же самое было террария. А тут ты как бы сверху наблюдаешь, ты... Немного по-другому, отстань. Спасибо за уголь. Давай еще угля сделаем. Потому что угля, мне кажется, понадобится очень много. Дальше будем рубить деревья. У меня нет сил. Ну, сейчас восстановим. Опа. Вишенка, спасибо. Чик, чик. Интересная вещь пропадает здесь. Я вот могу, смотри. Вот давай запомню. У меня там сейчас 5 угля, да, делается. Один валяется, 4 осталось. Вот. Я их не буду собирать. Я хочу посмотреть, как надолго их хватит. Они будут пропадать или что? Как-то у них тут все устроено. В этой игре. Слышь, это уголь, что ли? Нафига я плавлю уголь, если у меня... Он может прям так выпасть, обалдеть. Светляк, видишь светлячка? Ну-ка. Да в смысле, не могу убить светлячка. Нет, не пропадает, гляди-ка. Я могу выучить навыки. Ну давай, выучим. Плавай. Так, навыки. Какие у нас есть навыки? Ух ты! Это что, промышленность, экономик, магия, сбор пищи? Открывает сталь, стекло обдает опыт за возведение построек. Хлопок позволяет чаще... А, появляется чаще. Позволяет находить пшеницу, свеклу. Находить феи неинтересно. Выучить, наверное. Чем взорвется? А, ну хоть так. А, очки навыка у меня еще одну есть, что ли? Ага. Гляди-ка. Так, главное, промышленность сольем сейчас. Очки навыка 0. Хорошо. Две штуки мы вкачали, важные. Что-то построить мы еще можем. Промышленность. Кузню. Кирпичей надо и железные слитки. Я не вижу, мне там написано. Волокно и древесина. Кирпичи нужны. Зачем мост для фермы нужен, непонятно. Ягода какая-то нужна для экономики, для магии ничего не могу. На. Кирпичи мне оформишь? Вот спасибо я тебе скажу за это. 13 кирпичей, это очень много, очень достаточно будет для нас. Опа, опа, опа. Ура, день наступил. Мы снова все видим. У меня еда кончается, смотри. Надо будет похавать что-нибудь. Спасибо за цитрус. Цитрус, я так понимаю, очень полезная хрень, раз выпадывает из обычных деревьев. Чик, чик. А, трава не добывается, прикинь. А, я думал, добывается. У меня нет сил. Не ври. Все у тебя есть. А, хорош. Спасибо. Это ничего не добывается. Давай дальше деревья ломать. Я уже скоро весь свой остров почищу. Быстрее, чем у меня появляется. Спасибо. Камень нужен для кирпичика. Здорово. Так, где строительство, я забыл. Я забыл, где строительство. Слышу, как дом построить. Это на пробел нажимаю. Ладно. Не... О, пшеница выросла, нифига себе. Как дом построить, слышь? А-а-а. Куда мне подсказывает этот хрень? Купить землю? А, полный экран. Понятно, это конфигурация была.
Как себе чем получить, не понимаю. Для промышленности. Нету железных слитков, да, у меня? А сколько земля стоит? За 60? У меня монеток нету, прикинь, как получить монетки? Так, слитки. А как у нас слитки делаются? Выйди. Как слитки делаются? Нужен уголь и железная руда. Ну, по факту звучит очень просто. Как это пойдет, я не знаю. Давай сейчас. О, пшеница так быстро ломается, обалдеть. Сейчас начнем делать и поймем, легко это или не очень. Главное останавливаться и работать. Надо поесть. Согласен. Надо пойти похавать. Приятного аппетита, кстати, если ты хаваешь. Блин, как... Меню-то это дырявое. Очень удобно сделано меню. На Escape нажимать. Очень удобно. Надо, чтобы на Pub или хотя бы на Item, инвентарь. Железный слиток у нас есть. Но нету у нас угля. Надо угля сделать тебе. Из всего дерева, что у нас есть, давай. Бахай. Чтоб потом в будущем даже не думали об угле. В вашем этом. Опа. Опа. Ну, такая себе игра. Я пока не могу сказать и поставить 5 из 5. Блин, она, знаешь, она просто убивает твое время. Ну, серьезно, я лучше бы сейчас полезным чем-нибудь занимался. Например, писал бы диплом. А не сижу вот эту вот... Что я сейчас делаю? Зачем я ломаю деревья? Для чего? Зачем мне 4-й уровень? Непонятно. Если у вас есть какие-то дела, то лучше не отвлекайтесь. Занимайтесь ими. Эта игра... Не знаю, того не стоит, чтобы отвлекаться на нее. Это просто как ферма, знаешь, какая-нибудь. Вот у тебя мама играет в ферму. Вот, это будет твоя личная ферма, молодежная. Смысл такой же. Майнкрафт какой-то, не знаю. Игра реальная, того не стоит, чтобы на нее время тратить. Я трачу для того, чтобы тебе показать, что это... Что не надо этим заниматься. Поэтому на меня не показывай пальцем. Все хорошо. У меня с головой все в порядке. Опа. Еще 3 уголька осталось. Надо поесть. Базари. Это что такое? Что растет такое, не понимаю. Что за сорняки? Так, а очки навыков? У меня одна штука есть, нифига. А ну-ка. А ну-ка. Навыки. Вау, сколько всего. Рубка леса. Деревья оставляют после себя на 50% больше древесины. Дает новые 4 ячейки снаряжения. Дает на 25% больше опыта за растения и урожай. Открывает факелы. Постройка требует на 25% меньше дерева и древесины. Открывает кожу. Швейные мастерские работают на 25% быстрее. Я не знаю, как насчет факела. Факелы-то, наверное, не нужны пока мне. Что мне по инвентарю? Вот 4 ячейки бы, наверное, пригодилось больше. Хотя хз. А сколько стоит эта штука? Очко навыка одно, обалдеть. Давай рубку дерева тогда возьмем. Это будет полезнее. Пока что. Все, текаем. Спасибо, светлячок, что ты здесь есть. Я рядом. Рядом со мной. Построить я хотел что-то. Для промышленности. Надо еще один слиток, прикинь. Всего один слиток надо. Делов-то. Он, наверное, быстрее сделается, чем я дерево срублю. Нет. Теперь точно построится. Кузница. Опа. Это точно кузница, слышь. Вау. Липкая кирка. Бутылка. Ключ. Монета. Ну, можно как бы монеты поделать, попробовать. Золотая руда мне как раз таки есть для этого. Ладно, пусть пока она делается. А я погляжу, что у меня еще можно построить. Швейная мастерская. У меня все есть для этого. Ну-ка, выключи. Что у нас тут делается? Нить.
Маленький рюкзак, малый кошель. Ого. Но мне нитки нужны. А волокно мне только одно. О, во, вот там еще волокна появились. Это волокна, видимо, так зреют. Интересно. Давайте добудем эту хрень. Какую-то руду. И деревья нам надо добывать. У меня нету сил. Да что ты так голодаешь быстро, чувак? Слабак такой, ужас. Не передать. Опа. Так, в кузнице чем... Это не кузница, ну-ка. Не обманывайте меня. Что я еще могу построить? Промышленность. Все есть для фермы. Мост и какая-то рыбья хрень. Ну вот там рыбья хрень. Для экономики ничего. Для магии ничего. И смысл тогда всего, что я сейчас делаю? Ломать я не хочу. Слышь. А что это такое вообще? Как она еще раз называется? Что я сейчас построил? Ловушка для рыбы. Как она рыбу нам приносит, я пока не могу поменять. Ой. Монетка. Вот монетки давай создадим. Нить давай создадим. Пока что все интересно, все, что я могу сделать, я делаю. О, пятый левел. Как это громко и как это круто. Красава. Спасибо. Спасибо вам за все ресурсы, которые мне даете. Да руби ты смело. Давай еще одно дерево. А что так монет много падает, слышь? Уже 16. Он по 8 монет не дает, прикинь. 8 монет сразу. Я сейчас разбогатею и смогу позволить себе остров купить. Поглядим хоть как он выглядит, новенький остров этот. Ну-ка. Спасибо. Это дерево срублю еще. Оно мне нравится. Надо похавать. Конечно, нет сил. Рубишь и рубишь без остановки. Надо покупать землю или расширяться. Да что ты говоришь? А ты разве заслужил? Ты заслужил то, чтобы я покупал землю и расширялся? Рыбная ловля. Ловушки для рыб действуют на 50% быстрее. Открывают приготовленную рыбу. Камни оставляют после себя на 40% больше минералов. Открывают кожу, швейные мастерские работают быстрее. Открывает факелы. Вот как думаешь, что делать? Опыта за растения и урожай. Можно новую штуку прокачать, наверное. Какие-то феи появятся, да? Посмотрим, что за феи. Вау, магия огня. Открывает таблички магии. Дает 20% больше опыта. Вы что, поймали? Да ну. Хе-хе, рыба. Здорово. Я, кажется, магию открывал. Купить землю. 60, 30. Потому что я мост, что ли, купил, или что? Потому что, видимо, у меня мост был сделан, поэтому... Здорово, слизь. Все потому, что я себе сделал мост. Я молодец, не зря себе слил деньги. И древесину на мост вначале. А вы нужны вообще, интересно? Довольны опять. Блин, мне жалко их трогать, слышь. А как не убивать этих милашек? А как не милашек убивать? Это как-то некрасиво будет с моей стороны, знаешь? Какой-то чувак приходит и начинает валить милашек. Не для них... Природа создавала место для растения. Не для них. Построить. Магия. Ничего не появилось. Экономика, ничего не появилось. Ничего не появилось. Ловушка для рыбы. Опа. Прощай. Ключ. Что за ключ? Нахера он нужен? Надо железные слитки сделать мне, короче. Ниток. У меня нету ниток.
Делай железные слитки пока. Не отдыхай. Я буду дальше добывать золото. Опа. Опа. А возможно, из этих жителей сделали скидку на... Как их называют-то? На цену острова. Как вариант, а почему нет? Идеально же вроде событие. Сори, у нас там соседи здесь живут. Поэтому подешевле вам продадим. Надо поесть. Сейчас рубли дерево покушаешь. Ого. Я надеюсь, ничего страшного, потому что я савал ее сырой. Я не умру. О, что-то поймал. Железный слиток не надо. Золотой сделай. Здорово, светлячок. Что это такое? Водоросль. Классно. Ради водорослей стоило это место делать. О, эту штуку. И стоило сюда прибегать ради водорослей. Спасибо. Меня это очень радует. То, что трачу время на побег за водорослью. Сталь. Вау, сталь. Ну-ка. Кузя, у нас что делать? Да не сюда мне надо, ёпперсоте. Расходник. А зачем он нужен? Почему нигде не написано, зачем он нужен? Я лучше вон железные слитки сделал для кирки липкой. О, слизень появилась. Здорово. Могу сделать? Так, не то. Могу сделать? Могу. Песок какой-то выпал, нифига себе. Как песок-то? Как я мог поймать песок с помощью рыбьей ловушки? Че за бред, как песок можно поймать на рыбьей ловушке, вы чё? Какие-то у вас странные приколы, друзья. Опа. Очень странные приколы, знаешь. Поймать песок с помощью этой ловушки. Еее, липкая кирка. Урон увеличен на 75%. Дает и 50 больше процентов слизи за убийство слизняков. Она просто поменялась, что ли, и все? Да. Не густо. О, костяная кирка. Нужна какая-то кость. Не, ну я поищу эту вашу кость, но я не обещаю, что найду ее. Угля сделаю, я не знаю. Хотя бы 10 штучек. Нифига себе. Так быстро лупит по ней. Рыба, класс. Что-то хотел сделать, блин. А, навык, вот, точно, навык хотел прокачать себе. Качай себе монету, штуку. Монетную. Главное, я считаю, всю классику прокачать. Это как цивилизация. Надо прокачать себя сначала. Вот эти первые 4 штуки. Помнишь, ты в цивилизации, если ты играл, то ты поймешь, о чем я говорю. Там типа писанина, оружие, какая-то базовая наука, типа математика, писанина, я сказал-то уже, гадание по звездам, костер сделать из дерева. Вот эту штуку, всю базу надо сразу вкачать, чтобы у тебя государство было немного умнее. Так же и здесь. У-у-у! А ты что так прыгаешь, урод, слышь? Фига ты, слизь крутая. Лучше бы ты скелетом был, а не слизью. Я новый остров хочу купить. Спасибо. Сейчас ловушку куплю себе. О, не здесь. Построить. Магии нету, этой экономики нету. Ловушка для рыбы. Дальше. Мост. Не нужен нам мост. Я хотел себе остров купить, вот этот. А это сколько стоит? 50? 80? Я понял вас. Мне срочно нужен мост. Какую ты штуку взял? Мост надо делать, дурак. Дерева не хватает. Не, я, конечно, понимаю, я смогу пробежать.
А мне хочется мозг больше сделать. Просто для себя. Стоять! Спасибо за яйцо. Да боже, поймай ты. Дерево это. А, думаешь, я тебя не заметил? О-о-о, снаряжение заполнено. Ну, сори, я что сделаю? Могу песок выкинуть. И водоросль. А, ее хавать надо. Да пофигу. Редиска все равно вкуснее. Это фея нам дает хп, оказывается. Держу в курсе, ты не заметил? То фея нам дает хп. Ага, еще как можешь прыгнуть. Давай, кто выше. Построить ферма, мост. Готово. Тихо, тихо, братан, ты что так делаешь? Ты зачем так прыгаешь, слышь, а? Ты что себе позволяешь? Яйцо возьми. Я курицу убил случайно. Теперь я понял, зачем ключ нужен. Говно какое-то. Погоди, где тут малый рюкзак? Можем сделать, пожалуйста? А вас золотой слиток я попрошу сделать. Говно мне не убрать. Да в смысле заполним даже для слитка? Говно-то мне нафига. Какашка. Она прям написана какашка, обалдеть. Я тебе показывать не буду, что она прям так и написана, мало ли что. Вам серьезно, было написано какашка. Прям на нашем, на человеческом языке. Какашко. У, тварь. Спасибо. Волокно очень полезно в наше с вами время. Рюкзак, что он мне дает? 4 новые ячейки, очень полезно. Средний рюкзак. Нужна кожа уже. Ключ мне не сделать, у меня всего один слиток. Золотых зато много. А ну-ка. Че я поймал? Водоросли, да вы что? А, бесконечная рубка деревьев. Симулятор просто какой-то. Просто симулятор, я даже говорить не буду. Чего, кого, откуда? Ужасно скучно. Спасибо за яички, девочки. Что я поймал? Давай быстрее. Ключ. Мне еще там 3 слитка железных. Дальше будем рубить деревья. Ууу, 7-й левел. Обалдеть. Что я могу сейчас прокачать? Так, это что такое? Кузнецы всегда создают на 4 монеты больше. Открывает хранилище. Дает на 20% больше опыта. Открывает таблички магии. Но, наверное, опыт интереснее будет прокачивать. Потому что больше опыта там... Это в будущем понадобится, короче, больше опыта. Открывает мечи. Вау. Открывает котелки. Я потом с этим разберусь, что есть что. Уголь. Я вижу слиток. Забирай. Там курица бегает, светится. Мне это очень сильно нравится. Цитрус кончился. Во, прикол. Уголь. А наверху что-нибудь появляется, нет у нас? Пшеница выросла. Слизь выросла. Хрень какая-то углевая. Хлопок. Я снова тебя покидаю, остров. Я скоро вернусь. Не теряй меня. Вот когда на тебе что-то созреет, тогда зови меня. С радостью прибегу. Дай хп. Спасибо. Железный слиток. Хорошо, ключ-то могу сделать теперь? Могу.
А, не говори раньше времени никогда. Иначе 100% не сможешь. Ух ты, сколько всего. Спасибо. Ни один, ни одна руда не вылезла, что ли? Вы гоните? Я вроде и так все подряд ломаю. Как она не вылазит-то? Сколько можно ломать уже всего? Монетка упала, прикольно. Снаряжение для монет заполнено, серьезно? Что еще могу схавать? А больше ничего схавать не могу, слышь? Я больше ничего хавать не могу. Придется вот эту парашу выкидывать, или... вот эту схавать. Что я нашел? Покажи мне... А, дерево мешает. Песок, до свидания. Песок нас вообще никак не интересует. Делай. Ага, еще куда прыгнешь. Ключ могу, да не могу я. Да не могу я все еще делать. Зачем ты прыгаешь на меня? Тут тоже ничего нету. Ни руды, ничего. Осталось-то сделать ключ посреди в сундуке и все заканчивать серию. Но нет. У нас руда отказывается падать. Что за ЧСВшности? Почему ты ставишься выше других? О, нашел. Спасибо большое. Пойду хоть слизь замочу. Еще одно золото. О, еще появилось. Огромное вам спасибо. Низкий поклон. За то, что сразу мне тут 50 руды доделали. Опа. Опа. Где железная руда? Во. Делай. Хлопок, пожалуйста, спасибо. Полокно, все, сливай. Все, кузница, делай ключ. Че я поймал? А, слышь, песок вообще отказывается пропадать. Песок тупо отказывается пропадать. Где мост? Вот он. Хотя бы так вот бегать периодически. А то надоело, как-то неправильно. Падает она туда, в саму в себя получается. Я вот поймал рыбу, и она тут же обратно прыгает в воду. Вот видишь, видишь, опять улетела в воду. А так я этот мостик поставлю вокруг. Хоть как-то реалистично будет. Немножечко. Так, ключ есть, пошли откроем. Фонарь улучшает видимость в темноте. Он со мной будет летать, нифига. Прикольно. Вот такой выпуск, ребят, получился. Делайте вывод об этой игре сами. Мое мнение. Это ферма, которая просто убивает твое время. Игра того не стоит. Я бы даже сейчас ее продал, наверное. Я же купил ее в Steam, сейчас продам ее, деньги верну. Но она серьезно, она того не стоит. Она должна быть бесплатной, а не платной. Поищи лучше на торрентах пиратку и скачай. Игра не стоит своих денег. Но если стоит, то рублей 50, не больше. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал. Всего тебе хорошего. Пока.